Так, добрый день. Мы начинаем очередную серию. Здесь я буду вам рассказывать, как 14-я версия программы Photoshop Pro испортила платные покупные шаблоны. Вот я открываю шаблон «День Победы». Вот у нас сейчас так будет выглядеть слайд. Вот с такой черной страшной звезды он начинается. Почему я записываю это видео? Дело в том, что купив 14-ю версию, бракованную версию, когда мы начали сталкиваться с этим браком, мы, разумеется, сразу начали обращаться в службу поддержки. И в службу поддержки мы отправляли именно фотографии, скрины. Да, я конкретно не обращалась, но я знаю пользователей, которые обращались. То есть вот мы отправляли вот такие скрины и говорили: ребята, это шаблоны платные, они купленные нами на официальном сайте у официальных представителей, разработчиков программы Photoshop Pro. На что нам в службе поддержки, кстати, если вы еще не обращались в службу поддержки, можете туда сходить. То, что написано, что они работают 7 дней в неделю, без выходных, 24 часа в сутки, это сказка, кто же в наше время так работает, мы все это понимаем. То есть вы напишите туда вопрос и будете 3 дня, 4 ждать ответа. Потом вам напишут, вот, например, как в этом случае написали, снимите видео проблем. Понимаете, видео, то есть скриншотов им недостаточно. Вы снимете им видео, отправите видео и будете снова 3-4 дня ждать от них ответа. Когда они написали о том, что надо снимать видео, они, видимо, сейчас вот я захожу в шаблон «День учителя». Итак, сейчас мы посмотрим, как себя ведет «День учителя», и я продолжу. Видите, как долго загружается. Вот так у нас ведет себя шаблон, один из слайдов шаблона, будем честными. Итак, когда они просили снимать видео проблемы, они, видимо, надеялись, что мы будем продолжать с ними общаться тет-а-тет, один на один, кулуарно, и никто этого не увидит и никак не отреагирует. Но я подумала, а почему нет? Почему мне не рассказать о всем браке, который они продают на своем сайте? Ссылка на сайт вот этих продавцов вот этого брака, 14-й версии программы Photoshop, будет у меня в описании под данным видео. Оно вообще у меня под каждым моим видео, которое касается данной программы. Итак, идем к следующему шаблону, и я продолжу. Так, вот видите, я прямо тут иду, вот зимние эффекты. Вот я прямо иду друг за другом практически по алфавиту. Вот зимние эффекты. Увидите здесь вы эффект? Я лично не вижу. Я вижу две большие синие кляксы. Вот так теперь выглядят зимние эффекты. Зимние эффекты 14-й версии. Итак, я выполнила просьбу службы поддержки. Я сняла видео проблемы и предоставляю его для просмотра всем желающим. Те, кто пользуется программой, те, кто только планирует ее покупать, или те, кто купил вот этот долгожданный релиз. Нам всем говорили, что 14-я версия – это долгожданный релиз, это обновление и улучшение предыдущей версии. Я не знаю, почему это релиз. Я не знаю, кем он так долгожданный, уж точно не нами. Но, видимо, разработчиками. Разработчики так сильно хотели его выпустить, что выпустили с таким браком, что теперь не только сама программа работает плохо, некорректно, так она испортила все то, что работало корректно и хорошо в предыдущих версиях. Мужской шаблон. Он у них называется «В подарок мужу». Мужу. Это же какой должен быть муж, чтобы захотеть его поздравить? Смотрим. То, что вот здесь сейчас крутится в другую сторону, это не другая фотография, это отражение. Вот так себя ведет отражение. Оно крутится, как оно хочет. Оно подпрыгивает, оно дергается, и в конце оно просто расслаивается. Вот видите, да? То есть это вот у нас подложка, это фотография в предыдущих версиях. Все работало хорошо, корректно.
Каждый ключевой кадр был точно выверен. Вот такого безобразия не было. Здесь можно зайти практически в любой слайд данного шаблона и увидеть этот долгожданный релиз. На официальном сайте вы вот этого брака, конечно, не увидите. Там будет красивая картинка под интересную музыку. То есть, если бы я вот это увидела на официальном сайте, конечно, я прошла бы мимо. Безусловно, без этой покупки, как говорится, не дай бог. Далее, вот видите, я щелкаю множество слайдов одного шаблона. То есть, как мы понимаем, пользоваться им невозможно. Я хочу, чтобы вы поняли, что то, что вы видите на официальном сайте, возможно, не будет соответствовать тому, что вы потом увидите у себя на компьютере. Итак, продолжаем рассказ про службу поддержки. Обратившись в службу поддержки, вам напишут, что ваш компьютер не соответствует их требованиям для установки их замечательной программы. При этом требования в требованиях для компьютера написаны исключительно, с какими операционными системами данная программа работает. Все, больше вы ничего не увидите. И тем не менее, вам напишут, что у вас нет каких-то нужных драйверов. То есть вы сразу себя почувствуете каким-то ущербным человеком. Ну, боже мой, такая замечательная золотая программа. А именно вот у вас не хватает каких-то драйверов. Понимаете? Все. То есть это вина только ваша. И они умывают руки. Осенний вальс. Осенний вальс. На примере вот буквально первого слайда. Вы видите, да, я даже далеко не хожу, просто чтобы не затягивать видео. Здесь я хочу показать, что любая фотография, подложка, фон, который имеет градиентную маску, сейчас мы это увидим, который имеет градиентную маску, будет появляться теперь вот из такой черноты, из черных фракталов, рамок, непонятно чего. То есть там несколько фотографий, каждая фотография имеет маску. То есть они по-прежнему расслаиваются, по-прежнему подложка не соответствует маске. В предыдущих версиях 12.5, вот в частности предыдущая версия, все это работало хорошо, никаких нареканий, все мы этим пользовались, были довольны. Программой я была довольна до вот этого 14. Смотрим, как себя ведет отражение. Видите, как себя, посмотрите, вот, да, вот где сапожки, отражение. Оно крутится так, как оно хочет. Это отражение фотографии. Это, конечно, безобразие, не отражение. Так, поехали дальше. Что у нас тут было? Путешествие. Замечательный шаблон был до данного обновления. Этот шаблон сейчас подходит для тех, кто хочет скрыть свои отпускные фотографии. Ну, по тем или иным причинам. То есть, вот смотрим, да, вот фотографию вы поставили, раз, и скрыли. Видите, шторка появилась. То есть, вас спрашивают, чувак, был в отпуске? Да, был. Все нормально, все хорошо. Да, покажи фотографии, а пожалуйста. А где они? А нету. Нету. То есть, они там. Ну, может быть, я не знаю, волочковый такой шаблон предложить. Понимаете, как вроде как и есть, а вроде как все прилично. Вот. Это все наш долгожданный релиз. Релиз платный. Совершенно. Вот видим, да, что совершенно некачественная программа, откровенно бракованная. Под данным видео в описании будет оставлена ссылка на разработчиков данного брака. Зайдя на их официальный сайт, вы увидите, что программа по-прежнему продается, несмотря на весь вот этот вот обнаруженный брак. Она продается. Более того, там написано, нарисованы звездочки, где написана оценка пользователей. А почему эти звездочки нарисованы? Да по той простой причине, по двум причинам. Ну, во-первых, кто из нас, кто купил вот этот брак, вот это так называемое обновление, поставить там хотя бы одну звездочку. Вот кто? Так, где мы сейчас были в путешествии, сейчас я открываю рыбалку. Да никто не купит, не поставит звездочку. Это раз. Во-вторых, там нету обратной связи. То есть, если вы захотите прочитать
комментарии, если вы захотите прочитать отзывы, вы не сможете этого сделать. То есть, поэтому я говорю, я не знаю, почему они нарисовали 5 звездочек. 10, 15, ну, понимаете, ну, что так мало, ну, 5, да? Вот, то есть, ну, эти звездочки нарисованы, никакого отношения к оценке, к реальной оценке, да, к реальным комментариям они не имеют. Ну, просто такое оформление сайта. Итак, рыбалка. Рыбалка теперь у нас выглядит мрачно. Мрачно. То есть, вот она вот так вот мрачно появляется. Я не знаю, можно ли будет сейчас рыболов поздравлять с помощью такого шаблона. Теперь, внимание, вот такая вот страшная рамка появляется при оформлении ваших фотографий. Честно говоря, мне было бы неуютно фотографии с рыбалки или с какого-то похода, где обычно всегда весело, позитивно. Я бы не хотела, чтобы мои фотографии имели вот такое оформление. А, повторюсь, на официальном сайте вы этого не увидите. Там все красиво и продумано, чего на самом деле нет. С днем рождения! С днем рождения! Вот буквально, видите, я щелкаю практически каждый первый слайд. С днем рождения! Вы увидите то, о чем я говорила в осеннем вальсе. Вот как у нас появляются фотографии, как у нас появляются фоны. Вот из таких черных рамок, фракталов. Так будет появляться буквально все. То есть красиво это, конечно, нет. Конечно, нет. То есть сначала вы видите черноту, и только потом что-то начинает появляться. Раньше этого не было. Просто не было. То есть вот этой черноты раньше в этих шаблонах не было совсем. А данная программа, если вам надо пощекотать себе нервы, данная программа по-прежнему продается. Так, с днем рождения. Спецэффекты. Спецэффекты. Они действительно, наверное, какие-то спец, потому что они пропали. Пропали напрочь при данном обновлении. Вот мы смотрим, да, какой здесь эффект. А эффект мы придумаем себе сами, потому что мы здесь ничего не увидим. Просто белый лист. Ребята, у меня здесь спецэффект. Какой? А вот не скажу. Так. Спецэффекты. И что у нас здесь? Выпускной. Выпускной. Ну, чем же так не угодили выпускники, я не знаю. Сейчас многие будут покупать шаблоны для учителей, для выпускников. Вот смотрите, с чего начинается данный слайд. Он начинается с какой-то черной то ли сетки, то ли решетки. Ну, поверьте, наши выпускники, они еще не настолько накосячили, да, чтобы сразу вот так вот раз и в лоб им сразу сетки, решетки. Ну, вот. Потом фотографии начинают проявляться с помощью усов. Вот, видимо, да, чтобы подчеркнуть, что наша молодежь, они и сами с усами. Да, ну, понимаете, ну, не всех усы красят. Как бы... Ну, вряд ли это кому-то понравится. Мне, например, не хотелось иметь такое оформление для выпускных фотографий моего ребенка. Вот. Еще у нас шаблон «Элегантные эффекты». Звучит красиво, правда? «Элегантные эффекты». Здесь будет то же самое, что в зимних эффектах, с той лишь разницей, что это будет иметь другой цвет. Там у нас были синие пятна, кляксы, вот видим, да? А здесь они красные. То есть, как мы понимаем, в тех шаблонах, которые на сайте производителя, вот этого ничего нет. Фотографии появляются красиво, градиентно. То есть, от ключевого кадра с нулевой прозрачностью до постепенно до 100. Ну вот, собственно, вот так вот быстренько мы пробежались по шаблонам. Также хочу сказать, что пострадали шаблоны «Музыкальный фотоальбом». К сожалению, у меня нет этого шаблона. Я не могу вам показать, что с ним произошло. Но у меня есть скрины пользователя, который показал, что там произошло. Я не могу их здесь вставить без разрешения. И даже, ну, не скажу, кто их предоставил. Но если у вас есть музыкальный фотоальбом, пожалуйста, проверьте этот шаблон. Также пострадал шаблон, у меня есть подтверждение тому, «Наши свадебные воспоминания». Он в таких розово-бежевых тонах.
Там то же самое, вот точно такая же чернота поверх фотографии. Исправить это нельзя, потому что непонятно, откуда все это вылезло. То есть это можно только удалить. И за свои деньги вы получите только оформление, только картинку. Анимации ваших фотографий вот с этим браком вы можете только удалить. Видимо, это могут сделать разработчики. Но разработчики уже 2 месяца кормят нас пустыми обещаниями, что они что-то там исправляют. Но дело в том, что когда мы покупали обновление, мы не хотели, понимаете, мы же не мазохисты, чтобы покупать откровенный брак. Ну вот не это мы покупали у разработчиков. Сейчас они говорят, что они исправляют. Якобы исправляют они уже 2 месяца. Когда вы совершите у них покупку, вы будете так же, как мы, ждать вот этого исправления. Ну вот, собственно, и все, наверное, о чем я хотела рассказать в данном видео. Удачи в творчестве с программой Photoshop Pro.